Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Extranjeros de la Federación Rusa. Tiene la palabra su excelencia. Уважаемые дамы и господа, более того, на днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, каждого дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.